Так получается, что вся вина какая-то вот на еврейском народе. Да. Ну, все плохое, что есть в мире, это потому, что евреи так себя ведут. Кто такой еврейский народ в наше время? Еврейского народа нет. Мы приходим сюда не один раз, воплощаемся в разные времена. А душа выше. А где душа? И у кого-то есть душа, пусть поднимет руку. Я вас уверяю, нет вас души. Души нет ни у кого. Разбиваются семьи, люди не желают заходить замуж, жениться, разводятся, дети оставляют дом, мир уходит в наркотики. Эту проблему невозможно будет решить ни для Израиля, ни для всего мира, как только если мы применим методику Каббалы. Идеи мне очень близки. Ну, идея объединения независимо от религий, мне эта вот идея очень близка. Мне кажется, что это, к этому мы должны все прийти. А вот что нам делать, когда мы выйдем из стен лекционной комнаты? Практические действия. Смотрите, Южная Корея. Они не знают, кто такие евреи, но они ненавидят. Единственный способ выжить – это только лишь начать объединяться между собой. Вот все. Есть ли все-таки секрет у евреев, как вы считаете, какая-то миссия особенная? Ну, конечно же, есть. Именно то, о чем говорят каббалисты.